30, был, блядь. Прав. Как говорится, я школу закончил, еще сержу. Ага, держу в курсе. Да, мне кажется, этот вообще самый маленький, мне только 20, блядь. Да, по голосу типа. Я 13-летний мальчик. Ну что, куда идем-то? Ну, в ОКО вроде как идем. ОКО. Я играл в Division. Кстати, есть вопрос, ребята. А, сори, давай. Я играл в Division, короче, там был чел с голосом, как будто ему лет, ну не знаю, типа 25 максимум, а ему нахуй 47, ебать. Да он, ну нахуй. Короче, есть вопрос. Прикинь, он просто играл, нахуй, в Division сидел. Нихуя. Он просто яйца сырые каждый день пил. Вы можете сказать, то, что у меня пидорский голос, или нет? А то мне в доте недавно чувак, блядь, да подвинул, типа, не, да не. У тебя голос пидорский, заткнись, я думаю, блядь. Ты играешь за паладин, или? Не, у тебя голос... Да, блядь. Осуждал. А где Локи, нахуй? Нахуй вы сюда зашли? Пошли Лока в суммунить, блядь. Это я и так черный, блядь, если бы я еще был черным пидором, это вообще пиздец. Черным пидором! Чисто гачимуч. Осуждаю, блядь. У него просто это, у бывшего парня был голос такой же, и всё. Ну, возможно. Чёрный пидор, блядь, ну, в принципе. А я таких видел. Тупо вроде взрослый, но, блядь, сука, вот ты смеёшься, я видел чёрных пидоров. Шутки про геев. Чисто гач. Так шутки про пидоров всегда смешные будут. Тупо что-то особенное их любит. Так они самые смешные. Тупо, чё, признавайся, как у тебя там опыт какой-то был? Жизнь-то по-любому уже повидал. Не-не-не, у меня даже чёртенькой не было. Ну, хочет почилить, признавайтесь, только чтобы у вас ДПС был маленький. Ну, я? Ага, блядь, я могу. Да и, ой, бать, а Виланя чилит, всё, ебать. Я могу, в принципе, блядь. Пиздец, Найс, дроп, лишь Виланя. Да не, подожди. Дурак, блядь. Я себе так выкинул уже все. Вон биг демо, блядь, она вов. Куда идем? Ока. Ока, суммоним. Давайте, чё стоим? Войд, чё стоишь? Ты уже несколько секунд нихуя не суммонишь. Вот я Рианти засуммонил, а ты сколько человек знал? Даже еще не в инсте, блядь. А почта есть у кого-нибудь? Да, я в инсте поставлю. Типа ты спрашиваешь, не владеем ли мы почтой, типа там Россия. Ты охуел? Да, да. Вот да, куда ты убираешь паладина мне нахуй? Мы идем на робота, ты убираешь паладина, который со льву кидает нахуй. Как мы будем агро скидывать? Два вара, они скидывают агро больше. У них есть, короче... Предлагаю брать финтека. Вот этот вмешательство вары кидают, ебать, и снижает агро лучше, чем паладины. Ты же сам, ты прикинь, а вот теперь представь картину. А теперь представь картину. Им надо стопать ДПС, отбежать, юзнуть вмешательство и потом опять начать бить босса. Так, паладину, тоже агро смешает. А паладину надо нажать одну кнопку. Нажать и на фрейм, блядь, навести. И меньше вообще... Так это, кстати, есть вопрос. Пока. У нас, типа, на замене сейчас два человека, правильно? Правильно. Ну и все, окей. Надо кого-то свичнуть, кто не заберет по ИП. Я про нашу тему, то что, типа. По ИП? Вот, ворлда можно свичнуть, потому что он нихуя не заберет тут. Ни на мага, ни кастерская ничего не заберет. Если ну, там да, роком один лишний, конечно, могу посидеть, давай. Отдохнуть. Ну там и кастерская вроде ничего нет. Вот ворлда мы свичнем. Хэлло не заберет ничего. Да, не-не, магу, блядь, нет, надо это, надо ДПС твой. О, ну ты криптейл, блядь. Вот рогов, там роговского вообще ни хера нету. Мы можем там почилить. Ну, я на Заханыч тут по ЕП тоже ничего не заберу, могу тоже посидеть. Я это все понимаю, вы можете все посидеть, просто мы тогда не убьем нихуя, нахуй. Сюда и все стало. Мы на страшно идем. Да, да, идем. Надо, все, короче, в 4 хила 2 танка потестить, что там будет у нас. А, ну да, там лут хуйня. Может сейчас Биг Дэм в это... Хороший лут, как я понял. Да я ну не сейчас, в коридоре, где робот, короче, там вот эти, которые кидают эту перегрузку нахуй, чтобы ты в отражении их танчил чисто. Сейчас вот этих... Ща по ДПС глянем. Ща пару траев видно будет. Пару траев и пойдем. А чё за хуйня? Почему я шкаф не могу прокликать? Да мне кажется, одного трая хватит.
чтобы понять. Ну да, там эти танковские три не да хорошие, считаю. Там Т5 кусок нужный нам и этот. О, плечики. Все, пошли потихоньку. Паладин, блядь, разбойник, шамас, сука. Кого первым, да, кого первым зергать, я не помню. Звездочетов, да? Я же забыл, нахуй. Геонер, блядь. Хотя... Ну, блядь, он здоров. Ну, тут хоть честнее стало. На всех. Бомжи, блядь. Понял. Понимаю. Пиздец. А чё в твоей хиле? Дело не в хилах, дело в том, что вы должны отойти от кровостража, блядь. Он же вертушку крутит, блядь, 3 секунды, нахуй. 3 секунды, блядь, он только начал, я умер, нахуй. Такая же хуйня. Ну, угу. Точно не а пусть РДД бьют тогда. Окей. Нахуй всех в одной куче тогда держать. Так, в смысле, ты же этот разбойник, ты жмешь этот ложный выпад, и всё, ебать. Я даже коста, блядь, не увидел. А, ну это уже... Я просто умер инстанно. Я бомжи всегда так умирают. Нет, они так быстро дохнут. Можешь жить на секунду? Я, конечно, все понимаю, это очень весело, то, что мобы идут, но мы сейчас весь рейд опять положим. Слышишь, там деда, по-моему, нарывается, да? Рейд живой, ты чё, бля, не видишь? Опять вот уже всё встали. Вот смотри, гайд рассказываю, видишь, кровостраж легионер, да? Вот видишь, вих, надо отойти. Хоп. Не отошли, минус пол хп. Нормально, да? А, блять, нормально, я понял. Не, нахуй надо, я не буду бить его даже. Я понял. Да, блядь. Просто фотографии. Ну да, а то, что он, блять, раз в 30 секунд дает, 30 секунд ты не будешь бить, да? Вот это кайф идея, блять. Ответственно, ну, давай. Не успеваешь ложный нажать, блять. Так а нахуй ну, ложный. Энергию, блять, стоит. Просто отойди на 10 метров и все. Можно станом удать. Так разве... Не заранее ложный можно стану. Нажимать. Ответственного дай. Если ты там через секунду ложный нажмешь, тебе второй пизда. У них вся энергия стоит. Кики энергии стоит. Уйдите назад. Блять, Ликдем, нихуя не понятно, что ты говоришь. Я говорю, у вас, блядь, всю энергию стоит, нахуй. Ну вас да, блядь, такой класс. Дай отходите, кит, блядь, увидите, нет? Энергию стоит. Не, они бы сделали, если в каст попадаешь, там... Два раза энергии. Да, стан нахуй работает, заебись. И работал бы хоть только в ПВЕ, вообще был бы ништяк. А ну хоть в ГКД, блядь, не уходит, а в общее, блядь, это кик. Ништяк. Ну, в ГКД нет, нет. Я тоже кик ярость. Куда бот убежал, блядь? Всех он что-то стоит. 10 ярости. Сейчас кого-то захерачу. О, нет, сейчас я тебя захерачу, давай. Ну, так они ничего не стоят, кик. Сколько? У ДК стоит. Ааа, там же что стоит? Качается талант и ничего не стоит. Да, что талант качается. Но ты в анхолике в ПВЕ не будешь качать этот талант. Видите, вон два лучше моба, блядь. Ну, тут, кстати, спорно. С чего это вдруг не будешь? Ты же сейчас просто ветку уходишь, и ну, мы, получается, открыли гайд, нахуй. Оказывается, можно станом сбивать, да? Три роги в рейде, получается, кровостражи, легионеры, можно сбивать каст вихря и не сдыхать. Да, ну, нахуй, реально, что ли? Да нет, это же надо на третий пройти. Ну что, не то есть, блядь, надо еще попасть в ГКД, блядь. Может, да, я говорю, ты не попадаешь в ГКД, ты умираешь нахуй. Вот. Там тебя не ложно, ни этот не принесет. Можешь таймер поставить, он каждые 30 секунд это делает. Грипп на них должен работать, бля. Что такие душные, блядь, все. Еще и, блядь, душные такие в натуре, бля. Ну-ка быстро, блядь. Расслабились. Поставьте это... Вроде на улице стало жарко, да? Слышите, поставьте PvP-шное Dawn Sound Alert, он вам все показать будет, любые косты. Будет показывать, если вы, блядь, осквернение нахуй заходите на лече, будет говорить, что вы пидор. Он не поможет, мне кажется. Особенно на 1%, да? Только еблана надо ставить, блядь.
Кого Леня, себе... а ты не свой дом играл случаем в доту? Возможно. О, а от него крокчуток тоже сразу кидер, блядь. Пидоры, пидоры. Скорее всего, свой дом. Сейчас смотрите, воздаятелю, если что, стан дадите. А кто у нас будет нахуй в этом, как он называется? 4 хила, типа, кто из 5-й пати в ДД будет? Рианти, он же ШП, 20к твои. Забыл уже? Так Рианти уже. Да, мы и так сейчас 4 хила идем. Так, я их пока кикну, блин, запомните, World A на замене, и... ну и Леночки проходки нет сюда. Или есть. Или нет? Поясок на кастеров. А, нету нахуй. Скорость, меткость, нифига себе. Вот, вот этот кровострашный нахуй, я его заберу и подальше отведу. К нему вообще не подходите, тех двоих пидоров бейте. Он крутит вихрь нахуй, от него... Ой, уйди, уйди отсюда. Ой, блядь. Смотри, бомжи подошли, поебало получать. Он, по-моему, не станется, маршал этот. Чё мы тут заводили в угол, да? Сюда в коридор. Да. Блять, по-моему, раньше такой ебанины не было. А схуяли у нагрица вообще не могу понять. Петы какие-то или что нахуй? Кто шарит за радиоволну? Вихрь начнется, отбегайте. Он может просто то, что откидывает, туда люди падают. Я... На, убегите, убегите. Быстрее, минус пол рейда бичей нахуй. Смотри, блять. Просто, блядь. Я понял, нахуй. Нахуй отходить, мы же лучше сдохнем, блядь. Заебись, блядь. РЛ не анонсит. Хули РЛ не анонсит, ебать, а мозг свой. Еще одна боевая. Минус, минус 100 IQ, нахуй, ебать, я понял, нахуй. Короче, при просто давайте 30. Давайте идти, блядь, 30 секунд, даже меньше. О, еще один. Че, угол заведем, да? Да, там еще одна боевка. Это что, машина yeah. Красивая. По углам МРДД и мили встали и все. А че этот пидор? О, иди сюда, на. Вокруг шум, пусть так, не кипишу, все ништяк. Нихуя ты вспомнил. Да ебать, я когда устроился в 12-м году это, в ресторан, нахуй, там мой корефан, блять. Ну, мы с ним-то познакомились, блядь, лучший корефан, короче, он, блядь, такой, ну, хуяк мне экскурсию, покажи эту экскурсию новичку, типа, блядь, он мне такой говорит, ебать, ну, пошли, говорит, это, говорит, горячий цех, нахуй, а, это мне другой тип показывал, а это, говорит, холодный цех, и тут, говорит, всем заправляет Ромашка, ну, его Роман зовут, блядь, и там такой тип, нахуй, ну, такой он, блядь, с животом, ебать, такой 180, короче, и где-то 110 килограмм, ну, такой, с животом, нахуй, тип, ебать, он такой, нахуй, вот, он такой добрый, нахуй, ему... Ну, он какую-то хуйню сделает, да, его, блядь, неохота хуесосить, то есть он, как сказать, ну такой тип вообще, его хуй захуесосишь, короче. И он, блядь, постоянно шутит, постоянно на позитиве, ебать, прям вообще заходишь на работу какой-то грустный, нахуй, ну хуяк что-нибудь пизданет, ржем полдня, нахуй. Ну и, короче, блядь, как-то раз, нахуй, хуярим, короче, на кухне, блядь, хуяк за пара, нахуй, чеки, ебать, вылазят, ебать, 20 чеков, нахуй, там пиздец, короче, хуй знает, что делать, нахуй. Мы хуярим, нахуй. И тут я такой захожу, нахуй, на холодный цех, и там этот, нахуй, Роман, нахуй. И он просто такой поет песню. Хуяк, чеки висят, нахуй, везде грязь, нахуй. Пиздец, прям жесткая, нахуй. И он такой поет песню. Вокруг шум, пусть так, не кипишу, все ништяк, и я выпал. Нихуя ты, говорю, тип. Запара, нахуй. Он просто на спокойствии, нахуй, песенки поет. На, нахуй. Это босса, да, сагрили, получается? Ну, видишь? Ну, да, опять. Найс, летаете, и... Найс около стеночки стоит. Это получается... Так а чё, заводи его в эту комнату. Мы же заводили в прошлый раз. Я понял, ну... Это получается как? От чего запускается босс? От того, что люди в центр комнаты отлетают? Ну, конечно. Люди не стоят в стенку, и они бегут там, блядь. Люди стоят, не стоят в стенке и откидываются в центр комнаты, и там запускается пушка. Да. Я понял. Он даже не дохотя до центра. Я понял, кто сагрил, все, забейте, блядь. Кто? Кто?
Старфол, ГЦ нахуй. Босс в центре не запускается, так, на секундочку. Ну да, не должен. Пулить. Его только пулить. Давай проверим. Войд, иди в центр, встань. Ну давай проверим. Не наносит. Он такой сейчас пулил этим, только уроном по центру проходил. Еще раз говорю. Ну да, его должно быть только уроном, либо таунтом пулит. Вон там проверяльщики бегут, смотри, нихуя. Толпой. А где? А где босс? А где босс? Он над башкой. Он над нами, блядь. Чисто на мужика, да, идут. Смотри, ну-ка. Нихуя, босс запустился. Ебать, расходимся нахуй. Да ну нахуй, ебать. Чтобы босс не запустился, надо просто отлетать по стенке, либо в стенку стоять, то есть перед ималом дракона. Можно не юзать Старфол. Можно, короче, тогда просто съебитесь в коридор нахуй, вот и все, блядь. Четыре моба надо постараться по два привести, блядь, это долго бомбить. Сука, они еще расходятся нахуй. Так, ну вот одного, не, ну сейчас одного нахуй, затем пока бежать буду, сдохну нахуй. Данила, привет. Тогда, да, Лаша, да. Тебе надо было на вторую сторону бежать, тоже вести моба, блядь, а то мы так полгода будем бить, нахуй. Дракон! Какой дракон? Тут сотни лет драконов не было. Ну, вот это дракондор, блядь. Ты шо, блядь? На курице? Это голубь, это голубь. Ты шо, блядь? Фейерверк Гэндальфа увидел, блядь. Какой с утра был Феникс? То хуйню. Был Феникс, а стал Птеникс. Феникс. Бля, без маны так круто стоять. О, второй дракон, смотри. Не говори. Чинтэк. А. Работаем. Работаем, Москва, любим работать. Я смотрю, мана фуловая, блядь. Так, не блядь, работаешь нихуя. У меня я полторы понял, тысячи духу, ебать, а еще у меня есть зарение символом. Я вопрос на засыпку. Дарение, мне тысячи. Кажется, апнет ли кружка ДПСеров, если я на танк и кружку одену? Да. Перевана ДПС будет. Ну, у него аптайм повысится. А при том, у кого сейчас в рейде есть кружка? Призана, меня. Призан, у Криптоэвилу. Три кружки. Не, ну вопрос. А, вопрос три медальона. Вопрос в другом. Нету. Вопрос в другом. Кружки ни одной. Кружки ни одной. Вот, я про кружку говорю. Если кружку одеть, то апнет ДПС медальона, да? Да, да, да. Ну, гадюки. Но кружки нет никакой, ни у кого в рейде, да? Нет, сейчас нету. Но кружка есть у меня на мишке, нахуй. Это значит, что пора можно попробовать. Ну, вопрос... Повысить ДПСик? Да, ну, будет ли там какая-то цифра? Помойте медведя под задницу. Мы, короче, тройнем разок, посмотрим. Во-первых, надо, чтобы захиливали. Во-вторых, у нас ханта нету. А чё мы вышли? Там сейчас будут заводить. Сейчас еще мобов вон, и Вилаша с той стороны, я с этой еще. И еще два моба летающих осталось. Их всего четыре. Идите назад. Чё, у меня кружка есть. Вот кружка кофе стоит рядом. А, блядь. Лей в монитор. Клавиатуру заливай. Да тоже клавиатура. ДПС апнет ли? Да. И напряжение тоже. Блять, я же сок покупал. Где он? Вылил в монитор. Почисти кэш, релогнись и засунь себе ее в жопу. Окей. Блять, какие-то текстуры нахуй, нихуя не видно, блять. Сиджу, да, что за хуйня? Вижу просто. А вот отдалилось. Сиджу, блять, а я-то что нахуй? Ну так просто, блять. По текстурам что-то, блять. Мастер над текстурами, как знаешь, это в игре престолов, блять. Мастер над монетой, мастер над хуйней там, блять. А ты, блять, мастер. Мастер конфигов, да. Мастер конфигов, блядь. Нет, не конфигов, мастер над конфигами. То есть ты вообще прям жесткий тип, нахуй. Пиздец, обращайтесь, нахуй. Пошли. А, чё, добили? Они добили ещё. Сэджи хуйни не посоветует. А тури, блядь. Ну там как посмотреть уже. Если так. У тебя компьютер хуёвый, то посоветуй. Короче, смотрите, убиваем, если робота, блядь, ну час-полтора там, нахуй, то пойдем в РС-очку, нахуй. Хуй знает насчет Алара, блять, тратить его нет, да так-то он не сложный нахуй, но... Надо начинать с него, плащики хорошие. По-моему, потому что тебе на него надо 4 танка. А ты точно РС-ку хочешь? Может ты 3, не, ну 4 это если... А чё РС-ка, иди. Главное, чтобы, блядь, тактику выполняли.
Ну, вчера я смешной видос смотрел про РС-ку, мне понравилось. Ну, там так и будет, как в видосе, прям так же и будет, блядь. Говорит, ты Жора, стали побежали. Ну, говорит, резнули, забафались, говорит, я прошу у Жоры фласки, а тот, говорит, стали побежали, да? Я ебанулся, говорит, умом в этом РС. Начали 20-й трай, хил умер. Так, сегодня, говорит, сегодня идем в РС-25. Говорит, ты Жора гордится, говорит, с 20-го трая убили. Ебать прогресс. Ебать прогресс. На 23-м трае. Слышите, Кирсори или кто там, давай Кирсори, спекнитесь кто-то в протовара, нахуй. Я ебал этих пидоров танчить, нахуй, они убьют, блядь. Ну или ща, погоди, давай одного ебанем, может. Да, одного сейчас ебанем. Сейчас сложит, нахуй, войды, блядь, 100 тысяч. Смотри, нахуй. Ну там реально 100 тысяч, нахуй. Ой. Да ёбаный, зачем вы это делаете, блядь? Я все просто отдал себе прожитки, нахуй. Все, Кирсори, танчи, нахуй. Хуярьте, хильте его, короче. А как вы сбили касс, нахуй, алло, блядь? Да хуй это знает. Не тот. Как не тот? Это тот, блядь. Нет. А, часовой нужен? Те часовые, да, ебаши. А-а-а, натуре. Нужен, наоборот, не точно. Нужен. Ну вот часовых будешь танчить, короче. А что вы там... БЕшки уже какие-то, нихуя. Ткань какая-то и кольчуга. Кольчуга крит хаст. Ебать, жесткая. Ну, уже на 30-ку поднялся. А пояс этот можно будет купить ткань? Он там хасту дает просто. Он тебе прям нужен. На Кирсори пульните там. Бля, на меня пульните. Бля, если чертеж, кому надо? По стенке пройдешь, они нахуй не этот. Не агрятся. Да, да, да я ебал такую хуйню, лучше убить. Ну так-то можно нахуй, ну блять. Если сагрится, блядь, придется же бить все равно, поэтому лучше убить. Не хочу сюрпризов, да? Идешь, идешь, и задний такой сюрприз. Мазафака. Как там говорил, блядь? Джин, исполните три желания, говорит. Бля, Кирсори, как дела? Почему Вилаш умирает? Понятно. Там что-то 120 или 140 тысяч, там вообще какой-то супер нахуй. Ну не зыбко может прожить, потому что там еще прок это вот. Где-то про товары пригодились. Вот видишь. Я бы выжил. Паладину. Ну ревностный, но еще выживаешь. Потом прожить. 50 на 50. Вот два часовых, только одного агрия. Если три не добавили, они бы из геройка ХМ, это кары, добавили бы три. Вообще ништяк было бы. Удочку? Ну, в сундуке эти. Ну, 258 тоже заебись. А еще знаете, какая хуйня работает? Совом тайфун вкачивать и просто откидывать. Типа, вот такая хуйня. У Юлемов работает откидывалка. У Фаермага взрывная волна, если откидывающий эффект есть. У драктиров еще работает. А у нас есть хоть один драктир? А эти мобы не откидываются, иммунные. По-моему, должны откидываться. Ну, пусть совы попробуют. Ну, у них нету вкачанного, они не берут талант. У меня этот. Че? Делай, слышишь, на протопала трейни Столгорода на блокчетом. Нахуя? Для Т5. Да нахуй мне это надо, я по своей старте качаюсь. Я буст агра даст. Ну там от блока, от рейтинга блока и да. Показателя зависит, нахуя. Чего, я вот как замучусь я Т5. Вот так осторожно, смотреть. Осторожно, давай налево сюда. И вставать бал в рот нахуй. За угол. Опять фармить нахуй. Сейчас воронки нахуй посыпятся. Так вот, так налево и половину побежал на. Ты просто не знаешь, сколько я там, блядь, отфармил на этом ТТГену. Ой, а я думаешь меньше? Да ты-то херню всякую брал. Так, а что надо по пачке? Фармлю, да? Всякие, блядь, жетончики, нахуй, рольные, блядь, и все. Ну, уничтожитель, по сути, не шотает, нахуй, поэтому. Но он какой-то хуйню вешает. Блин, да хуя. Ладно, поехали. Трини, кольца, блядь, и прочая хуйня. Амбал банили вроде. Мелких заливайте потом большого. Рецепты и прочая ёбань. Давайте там, блядь, трэш играть. Маунты, сумки, Лёха. О, ну-ка магию с него сдиспельте вот эту быстренько. А контрзаряд диспелится с него, нет? Маги могут забирать. Ну-ка. Нет, контрзаряд нет. Да он не диспелится. Ну какой-то хуйней. А, он агро как-то скидывает, нихуя.
И убивает тоже неплохо. Пацаны, ну не кастуйте вы в него, блядь, он же пиздец. Осколочная бомба. Блять, дебафы, ебать. Кузнец крепости. А чё вы, ну, я говорю, мелких залейте, вы кого бьете вообще? Чё вы делаете, блядь? А как ты наводил? Вы, блядь, нас убил вообще-то кузнец крепости, блядь, а не этот. Ну так я и говорю их убить, нахуй. Чё вы делаете, нахуй? Ну, меня просто убил я... контрзаряд. Да это спасибо, нахуй. Да ладно, ебать. Натуре, что ли? Ебать. Я дохну. Ну да, ебать. Метку так ставь. Нахуй, мы же просто попиздеть пришли. Трэш-то нахуя бить? Это нахуй надо, просто... блядь. Ёбывай туда. Ну и хули... Ну, блядь. Сдохни. Сдохни, и мы реснемся уже. Давайте, побежали, блядь. Криптоэвил, ты где? Съебись куда-то. Или сдохни, что ты сделай. На тебя моб смотрит, стоит, блядь. Вот. Слава, ты долго чилить будешь? Давай, вставал, побежал. А чё тут? Тут ресают, блядь. Вон. Причем самый первый должен бежать. Нихуя себе, блядь. Да. Вести нас за собой. Встали и побежали. Быть примером. Быть бичом, нахуй, лучше, блин, мой выбор. Жора говорит, встали, побежали, нахуй. Там контролить надо вроде, там по одному бьют. Банят, да они заливаются, блин. Нахуй. У них три ляма, блядь. Вы стоите, афкашите, пиздите, нахуй. Кто трэш будет бить? Я, блядь? Прием, блядь. Короче, сейчас я пока в ГБ фласки положу. Так, на чем мы будем? На ДДшных, да? Ну да, у нас же не хватает. Или нахер, закупи, дешевле гораздо, чем вот эти, которые по 600. Ну, потом закупим, еще будет время. У меня сейчас ГД. Я ему сегодня говорил, там 50 штук было по 120 алды. О, вообще катихо. Посчитайте РДД количество, ну, СПД и это миликов, сколько надо количество. Мне не надо, у меня есть. Нихуя он топом богатый. Мили-ДД. Это я по дешевке брал. 11 миликов и... Получается 14 ДД. Ой, блядь. 14. Синтек, нахуй. Мили ДД, 11 РДД. Математик, да все, блядь, он уже он от голода считать уже не может. Тихо там. Синтек, синтек. А ты умеешь нож бабочку крутить вот так финтами? У меня был. А можешь видос записать, где ты энергетик пьешь и нож бабочку так вот крутишь? Нормально ты придумал. Ну, ебать, хилам тоже посчитал. Так, фласка у топа есть, у кого еще есть? У меня нету. Ну так берите на АП третья ячейка, блин. Элем. Сколько ты говоришь РДДшников? 11, включая 4 хилов. Я не могу брать. Это сколько получается, блядь? 11, блядь. А сколько миликов, говоришь? А с хилами сколько? Включая танков. Заебал. Ну, включая хилов, 11 РДД, блядь. А хилов сколько? 4. А вместе сколько здесь будет? 11. Плюс константа. Да как это, блядь, 4 хила и 7 РДД, ну, что блядь, ли? Тупой, что ли? Ну да, да, вместе. Да, да. Вместе, блядь. О, нихуя. Ебать. Да, просто говорю, 11 фласок надо. Калькулятор откроем. Все, я 11, да? Я понял, по одной, да? Ну вообще, я бы хотел сопрот, но ты можешь и на СПД дать. Охуеть. Нахуй тебе сопрот, блядь, давай, блядь, чтобы там хил нормальный был, сейчас в 4 будете хил. Я понял. И зря алхимию качал. На натуре. Так. А чё это? Звони, две? И они чё доебутся это? До себя. Ладно, похуй. Так же пожрали, да? Я не пожрал, сейчас пожру. Вот когда я говорю кристаллического пидора, вот этого, да? Мы сначала убиваем двух кузнецов. Ну, он уже один остался. Сначала его убивать, а потом пидора большого бьем. Что непонятно, бля. Я держу большого, а остальные танки держат маленького. А заявление на нас не накатает за то, что мы пидоров убьем. Стоим, бьем вдоль стены, чтобы мы улетали, блядь, вдоль стены, а не в пачку. Блядь, я вот думаю, какой тут настойку выпить на танка, нахуй. На сопрот или на что, блядь? Волшебную. Выпей настой удачи, блядь. Не фикашем там, блядь, трэш так там добить. Два ну, вот редко качили. Тяжкий удар, например, который 15 тысяч наносит. Это правда магия. Все, пошли. А пристабал. А где рыба? Я хуй знаю, ты была уже рыба. Кузнеца убивайте и потом этого пидора. Ну, нетрадиционной ориентации моба.
Что он так пиздит сильно? Вот. А он, потому что пидор. Он когда умирает, он уже его не бафает. Вот теперь нормально. Ответственно, мне... дай. Сейчас он мне... Он дал откидывалку, сейчас дам. Вот он, вот этот моб, получается, дает такой панч, как босс дает потом. Он игру обнуляет, когда подкидывает. Такая перчатка там нарисована. Вот, дал, надо ставить. Отталкивание, вот. И забрать. Снижает показатель угрозы на 25%. А, ну да. Так, как у босса. Это у босса. А, нормальная тема. Вот, теперь механика. Забанит лог. Пидора мелкого убиваем, а этого большого я веду в этот угол. Вот. Убиваем тот, который без метки, мелкий. Прям весь рейд его зербит. Этот в бане стоит, потом большого, а потом из бана освободим и убьем. Ебачите. Дон, ты где? А есть тотем от тайной магии? А чё не разбанят моба? Потому что большого мы бьем сначала. Ну, в бане нормально постоит. Какой клали на большого. Гениально, блин. Чё гениально? Да ничего. Половину почти сбили, да, и в бан. А, не, я не знаю, что вы там делаете, я в стену смотрю, блядь, не видно нихуя. Я же говорил, когда пуляли, кого когда бить. Можете как хотите, как удобно. Большого просто по приоритет не убить, он слишком дохуя пробивает арканом по танку. А этот пидор хули, он безопасный, видишь? Я решил и все нахуй. Ты Кирсори там спекнулся, да? Ты спекнись там пока, блядь. А то сейчас... Есть пидоры безопасные. Часовых. Надо будет... Смотрите, Локи, сейчас надо будет двоих банить. Притон квадрат, а констебль треугольник. Мелкого бьем, гуся, первого череп, а потом крест уже. Когда после черепа крест. Вот и пойдем сюда, за эту сторону, типа. Я в угол его заведу, а вы там бейте на просторах, ебать. О, погнали нахуй. Сначала череп убиваем, потом крест. Два моба в бане находятся. Все нормально, да? Так, контрзаряд. Понятно. Стою, чтобы вас видеть. Надо же вас видеть. Моб освободился. Локи, что за хуйня? Вот, хуярим. Крест, крест, хуярим. Хуярим крест. Хилим. Еба. Чарянти, посох зачарил мобицешника. Он шп. А. Дайте инерпа, не люблю. Это сбивается, каст тем более, кстати. А чем он спиздился еще чем-то или как? Просто исчез. Ну, этих гусей теперь бьем. В принципе, трэша не так много, что-то, блядь, воронок нихуя нет. Я помню, с соляры, когда идешь на соляру, там падает воронок дохуя. А, разбаниваю. А, вопрос. Шаман ставит тотем от тайной магии. Он будет ломаться, когда босс будет кастовать удар по площади? Нет. Нет. Ну схуя ли он будет ломаться, это же бред, блядь. Смотрите, смотрите, теперь расстановка такая, блядь. Значит, механик, это один из локов, вот квадрат. Так, а этот пидор контролится? Нет, я что-то не помню. Гуманоид, по-моему, он в овцу превращается. Так, мага нету, сап кидается. Палы попробуйте сап, короче, ему нахуй он нужен. Вот. У нас, кстати, нету от аркана защиты. Аркан защиту шаман может поставить. Кузнеца могу покаяние кинуть. Короче, этот самый... Да, вот покаяние ебанешь. Любите стрим, как там люди про...
Так, смотрите, этот самый череп будем первый бить, а крест будет держать на себе этот. Кто он, скажи мне, блядь? Кирсори, блядь. Вот череп бьем и готовьте по войду там сейвы какие-нибудь. Сначала у меня будет на первую перезарядку, будет панцирь, там, ну, прожимки будут, короче. На вторую там не зыбка, а потом уже посмотрим. Надо быстро его залить. Все, поехали. Готовы там контроль? Побежали. Ебать. Пиздец. Сейчас будет масс-удар такой мощный. О. Скоро еще перезарядка, нахуй. Успеет, нет? Не успеет. Нормально. Все, теперь спокойно крестик заливаем на варе. На него пульнуть можно. Вот вар в отражение постоянно кидает. Че там скрепость? Этот... Там или обновишь, или какой-то палыч еще готовьтесь на него, на кузнеца этот саб дать. Да, там еще 20 секунд. Так, взрыв немножко ауешный, просто отойти можно. Да, он далеко не достает. Все, механик объем, потом того пидора. Так, тут такая же хуйня, только тут два механика, два лука будут делать, значит, квадрат притон, а ромбик констебль. Ну и также череп первый бьем, сейвы готовьтесь, еще по войду, но крестик держит вар, набирает такого. Все, поехали. Ебать, клык отдал нахуй, панцирь нахуй и кровь вампира, блядь. Вот сейчас, блядь, все на КД нахуй. Будет кастовать, нет? Не успел. Ну давай. Забаньте еще, чего, блядь? Че там? Притон сдох. А. У тебя забанил. Луконсебль, ты какой в бане держишь? Треугольник. Хорошо, квадрат заберу. Бейте крест пока. А тотем воздуха что делает у шамана? Воздух чистит. Так, фильтр. Очищает природу. Очищает, да. Дует. Как вентилятор, короче. Just. Понятно. Он просто, вот этот босс, он типа тайной магии ебашит. Дунуть это можно. Да тайной магии ничего нету, вредит еще, блин. Только соброд. Ну еще лапка. Лапка, соброд, все. По-моему, она не стакается. Есть, короче, тренка с этого инстапады на сопротивление. Ну, это как да, раз. С этого она и нужна нам на... Но она мне лучше нужна на ДК, потому что ДК живучий на джане. А Мишка, нахуй, это пиздец. Не, им тоже можно, нахуй. Ну, блядь, я не знаю, короче. Или ревность на него надо что-то. Короче, посмотрим. Надо от ДПС зависит. Короче, хилы будут в пятой пати, кроме Рианти. Это самый нормальный вариант. На пулы работают прям по КД и будете, допустим, как? Так, откидывалка там, по-моему, каждые 20 секунд. То есть вот таймер. Сколько таймер берется у него? 6 или 8? 6, наверное, да? 6. Вот, значит, откидывание каждые 20 секунд, если я таймер постараюсь с пула включить. Вот, то есть на 20 дает, на 40, на 60. Вот, грубо говоря, на пулы как даете? Первый раз с пула, второй раз на войда. И третий раз на войда. То есть, грубо говоря, три на войда, три на вилаш, три на войда, три на вилаш. Ну, грубо говоря, так. Ну, а так, как бы, не обязательно точно так делать, как вот я говорю, три туда, три туда. А как-то надо подумать, чтобы это... чтобы вы смотрели в омане, короче. Я вот. Ж тебе говорил, это как можно попробовать. Сначала два каста на одного танка на пулы, фул на пулы. Не, это стопудово, потом... так и будет, да, из-за напулов. Так и будет, два каста. Потом сразу два каста на следующего.
Да, ну короче, понятно, да, все втроем свечитесь между двумя танками. Только смотрите, с макросами как-то сделайте так, чтобы это было точно. То есть, как сказать, вот танк, если опустился, да, на второе место, вы на него уже, если на пул дадите, то есть вы, грубо говоря, просто так на пул впустую дадите. То есть надо именно на того, вот он ебанул мне и на вилашу перешел, уже надо на нее кидать. Надо один раз и второй раз кидать. То есть, грубо говоря, скорее всего 2-2 надо будет кидать. Скорее, самое оптимальное это будет, потому что так, вот он... Ну, блядь. Тебе надо 2-3 каста. Ну, у игры 2 оптимально, это 2 каста. Это как-то, ну, надо как-то анонсить. Да, блядь, вот. А как? А за, ну, за а это как... время Юля должна набрать сама агро до тебя. Как анонсить? Смотри, КД на пула 30 секунд, правильно? Ты даешь до боя, да. Начало боя 0,1 секунда уже на пул действует. На 30 секунде ты даешь еще на пул. Вот, это 2 на пула первых, ты даешь на Войда. На 60 секунде, то есть на минуте боя, ты уже даешь на Эвилашу 2. Вот и все. 2 туда, 2 туда. Ну, я хуй знает, если вам надо это анонсить, я хуй знает вообще. Потому что там дохуя еще вещей. Нужно, чтобы люди, которые вот рарник, хулидринг, вилания, в самостоятельном порядке видели омен, нахуй. Есть у вас у всех омен? И гламур. Конечно. Тоже. Вот, рарник, хулидринг есть. Гламурчин у тебя есть? Нужно, чтобы вы видели те, кто догоняют, и смотреть еще какой класс. То есть локи, если у них, они, ну, могут догнать, да, танка, и могут нажать раскол. Им этот раскол профитнее всего нажимать, прям когда они прилично агро набрали, а не просто так там. Вот, скидывать кто еще может, блядь? У Элема, ШП. Ну, ШПшник, я не знаю, не скидывают. Но, по-моему, становится серым, типа, ну, даже если он, типа, ну, на первом... скидывает. Не знаю, но если скидывает, нажимай нахуй, вот и все. А... Бопа агро скидывает. А Хэла, потести эту хуйню, ветерок, который 6 секунд КД потести. Ну, я тыкаю, он примерно 5% скидывает. Ну, нормально, тоже, типа, ну, тыкай, я хуй знает, ну, хуево в ротации это будет или нет. Ну, он без, как... ГКД. Без ГКД. Он просто вставляется. Угу. Слышишь, паладины, кто кидает сальву, говорите, кто кидает и в кого. Да. Чтоб не сдали, блядь, все три, блядь, в одного. Да-да-да, это самое обязательное, блядь. Короче, ну я не знаю, или кто-то, чтобы этим командовал, блядь, вот именно, чтобы один челик вам говорил. Я не знаю, как... всем говорил. Блядь, я вот не знаю, ну попробовать не говорить, не помешает это, блядь. Так, где тут центр? Тут. Короче, и по боссу самое главное, что вот он, вот звездочка это центр, да, мы с тобой, Вилаша, как станчим? В прошлый раз станчили, да, вот я его привел, да, повернул, ну, может даже и не буду поворачивать, просто привел, тут и оставился. Вот, если он, допустим, меня откинул чуть сюда, да, то я через босса перебегаю, чтобы он не откинул меня туда за предел кольца, и поворачиваю на звезду, не обязательно его вести, прям совсем не обязательно. То есть он уже откинул, босс сдвинулся, рейд сдвинулся, и чтобы рейду лишние движения не делать, мы просто поворачиваем лицом на звезду босса, вот здесь примерно край кружка босса. Чтобы он туда-сюда. Да, туда-сюда. Чтобы он туда-сюда, туда-сюда откидывал, да, вот. И самое главное, смотрите, красный кружок под боссом есть, когда на него тыкаешь. Из него не выбегайте, потому что если вы за него выбежите, вам сфера прилетит. Ну и нужен челик, который будет, блядь, бегать на рендже, нахуй. А кто это будет, нахуй, я вообще не буду. Ну, допустим, Синтек может бегать. Вот, допустим, Синтек. Значит, не залагает. Но меня будет сильно это дамажить. Его шо, хотя мне нет. Частицу можно на него дать, танков тут не сложит. Это, самое главное, смотри, частицу стопудово на него давай и хильрейд. Вот, ну, выбора другого нет, но вопрос остается в том, как будет оставшиеся три хила справляться. То есть Ршам, не люблю, и Гламур, как они будут справляться? Там ДСшника нету. Не люблю, а в ДСшнике, да? Ну вот, ДСшник, Ршам и Хэпал. Хватит ли этого за хила? Вот, скорее всего, у меня такие подозрения, что там за хил... только топот, да, за хиливать? Да, только топот. Скорее всего, я думаю так, что надо будет Призана и Хэла просить 2-3 каста дать, потому что это будет помощь хилам, и мы как бы и ДПСеров. Ну, типа, я говорю сразу, что они не справятся. Я так считаю, что кто-то сдохнет, блядь, потому что мы под ДД фласками. Ладно, похуй. Мастер вылетел. Ну, пусть заходит. Мастер логается. Тут я. Чё? Давай, ручей. Так, притона рыбы нет, на, пожри. Давай попробуем. Значит, синтек бегает. Мы в 4 хила и пробуем. Максимальный ДПС, ну, по сальвам. Это кроме как напуливать ничего не надо делать. Тогда да. Ты анонси по сальвам, чтобы не было. Это, не ой, тут главное, чтобы
только два танка первые по агру были, как на этом. Да я знаю, блядь, да, это да? Все, блядь. Да. Короче, первый будет скидывать Хулидринг, второй Рарник, третий Авелания, и анонсите голосом, кому скидываете. Вот, то есть услышал, что Хулидринг скинул, Рарник следующий, смотришь Уолмен. То есть, а до этого бьете. Как у вас КД будете, вы бьете. Вары, Биг Дэм и Кирсори, вы знаете свою задачу, да? Вам анонсить это совсем кринж будет, нахуй. Я думаю, вы все это понимаете прекрасно, да? Кирсори, Биг Дэм. И Гламур четвертый, то есть услышал, что Авелания, я скидываю там Притону, нет, Рависту, например. Ага, понял, ты следующий, значит, смотришь, кто если подбирается к танкам, то есть вот всю эту хуйню смотрите. Вот, ну посмотрим, что получится, в принципе, не сложно. Так, сейчас. Проверка. Главное, никого не уронить, это чтобы подхилили эти шаманчики на этом. Отчет давай. Так, сейчас даю отчет. Так, а нам же с ним надо идти, слышите? Нам надо с ним идти, подближе сюда подходим. Нам надо с ним да в красный... Можно он сзади, возле стенки его вообще танчить. Да как Аксинтек? Ну это ханта-то у нас нету. Как Синтек будет? Ну он, да. Он не похилит тогда. Видишь, в чем фишка. Мы бежим и под красным кружком босса идем, если что, вместе с боссом. Потому что сало нельзя словить с пула. Все, даю отчет. 4, 3, 2, 1. Поймали. Хули, мы же не знаем, что такое красный кружок, нахуй. Готово, нахуй. Давайте. У нас минус 5. Да, я вижу. Падаем. Умнём, что? Да, хули бить там, нехуй бить. Объясните мне, пожалуйста, блять, в красном кружке бежать босса сложно, нахуй, или как, блять? Кто сферу поймал? Они летят все в Синтека. Ну, кстати, в меня еще должна прилететь, но я не знаю, с какой у нее рейндж. Метров 15. Ну, так, вот, вот и смотрите, бля. Сейчас цел. Еще посмотрим. Ну, сейчас посмотрим еще разок. Хотя, может, там еще... Где Вилаша? Вот. Все, сейчас дам срез. А, я понял, нахуй. Спасибо, нахуй. Ебал я в рот, нахуй, такую хуйню. Здесь это... Бидон и диван вроде. Тотем убери. Тотемчики уберите. Батэла. Не может. Понял, нахуй. Давай, масрез. Да, блять. Хули, надо учиться, нахуй. А чинитесь. Есть вариант, что ты его поставишь в центр, мы будем все на рендже, и потом уже все забегают, бьют. А он будет в толпу кидать. Он будет по КД в вас в РДД кидать, он кидает же их часто, нахуй. И тогда точно все мы сдохнем. Еще быстрее, нахуй. Пока хилы будут бежать, нахуй, топот не захилят, нахуй, людей, блядь. Они все на рендже будут стоять, залупа будет. Где Вилаш? Вставай, ну, ставьте ну... шкаф. Вставай, ставьте шкаф. Войд можно сразу у стены танчить там. У нас ханта нету для блядь, этого. Блять, я не знаю, вы такие интересные, блять, ну. Там сало дается на 6 секунд. У стены мы встанем и сдохнем сразу, нахуй. Вот как сейчас сдохли, так же и там сдохнем. Вы хотя бы для интереса, для себя открывайте приключения, блять, и читайте там способности боссов, нахуй. Для чего у нас синтек бегает? Чтоб сало этот... И бегает он именно для того, чтобы сало не словить и продолжить хилить. А ханта нету, который будет стоять и чилить себе. И мы будем все такие стоять и чилить. Хули. В кои-то веки, нахуй, оказалось, блядь, классы нужные есть. Нихуя себе. Любая, через мастера ауру может сосать. Еще раз напомню. Вот мы когда пулим босса, вот я вперед веду, я один должен за кружком быть. И синте где-то сбоку. Ты чат прочитай. Вы можете вот, выйдить сало через мастер ауру. Да, попробуйте. Может это сработает. Это когда? С пула или когда? Или по КД вообще это делать? Ну, появление сфер с какой частотой они появляются?
каждые там секунд 6, наверное. Ну вот, мастера РКД сколько? А, ну нахуй забудьте. Ну вот, да, в натуре. Не, можно, знаешь, она летит, что... она летит 10 секунд, короче. Можно заэвейдить первую. На минуту отскочу. Ну вот на первую дадим. У кого третья аура? Вот на первом месте. Этот шар чародейский еще наносит 15 тысяч. Вот гламур, да похуй на дамаг. Главное, гламур дашь, когда будет вести, когда будем вести до звезды бежать, дашь мастера ауру. Может, это спасет от сала. Если спасет, то мы, ну, спокойно его до звезды доведем. Хорошо, допустим, 15 тысяч. А как ты тяжкий удар переживешь, если он, типа, за 2 секунды 3 раза его этот тяжкий удар кастует? По 15 тысяч. Что ты придумываешь? Какие 2 секунды? Ну вот, он тяжкий удар за 2 секунды 3 раза скастовал. Тяжкий удар наносит 15 или 10. Вот сначала наносит 15, потом 2 раза. Ладно, давайте пробуем. Я не ебу, блядь. На тяжком там подхиливайте, кто там? Хули дринка нету. Хэлла, Призен подхиливайте. Кто еще есть? Ну, в принципе, ретрики могут на тяжком нахуй кастануть. Только не в себя, в хилов кастуйте. Кто тряпочный нахуй? Совы себя подхильте. Локи могут спокойно один каст дать похищение жизни, прям без всяких проблем. Мидарк от своего дамага и так хилится. Рианти то же самое. Ну, Хэлла через себя с Призеном цепуху. Остальные, как бы, блядь, роги ложные, нахуй. Там, блядь, я не знаю, ну, нельзя сдохнуть никак, нахуй. Если нормально мозг включить, если все тыкать. Все, Холидрин готов. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. В кружке, прям в красном кружке. Прям в нем бегите. Все, нормально стоим. Бэл? Да, конечно, давайте Бэл. Сейчас тяжкие главное прохили. Вот он прошел. Вот, смотрите, вроде бы живем. Все, дальше так и играем. Invisible сдал. Сальву. А, следующий раунд. Вадикон отдам. Вадикон, он второй по агро. Все. За клан еще скину. Еще на Войда давайте. Пока он мне столько не... Еще один на Войда. Сейчас, если есть. Сколько да на пула КД? Я дал, да. Сейчас. Ну, дал как раз. Следующий будет Вилашу. Следующий точно уже Вилашу, да. Okay. Блядь, Синтекс, сука, живи. Ебаный в рот. Я, короче, сопрот перепиваю. Ну вот. Че, уже пуля? Он видишь, фактически сейчас на мне, вот сейчас на Вилаш теперь, все нормально. Вот, но я далеко скинулся очень. Да, сейчас на Вилашу. Ну, давай в стволку, да это, захиливайте его. Есть стволка? Захильте его. Каску, лапа, приступа, по хэлла, быстрее. Кастуй через сердце, похуй. Пиздец. Слишком быстро он, блядь, хасит, ну. Я говорю, он делает 3 удара, тут надо сопротив килан. Ну и смотри по агро, нахуй. И Вилаш уже попустили. О, блин, вот. Понятно. Я на первое дошел. Ну и чё, получается, не прохил хэлла, да? Ему надо... И гламур лежит там, у нас. Там не в хэлла проблема, там проблема в том, что гламур уронили. А хукмастер сдал. Ладно, на да, все падать. Ложимся, ну. Выпью я сапрот. Я предлагаю тогда хилам выпить сапрот, вот хилам конкретно. Что мы, за 2,50? 57%. 57 за 3 минуты. Ну, шансы есть, типа, если не падает совсем. Так, давай я посмотрю исцеление. Что там, кто как. Призен, красавчик, смотри, 2900.
цепуху. Ебать, я всех перехилил, охуеть. Так это твой босс. Так а хули, у тебя омоложение будет рост, бля, и все. Бидон 12, гламур 15. Фонтан света. Абсорб, блин, стоите. Встаем, бежим. Тут холидринг, поресы, поресы этого лока. И, ну и хилов поресы. Да, да хули, побежали, побежали нахуй, остальные бежим. Пускай шкаф ставят, кто последний бежит, суманут. Локов быстрее будет. Бежим, бежим. Ничего, ну хоть как...